Хуба. Привет, с вами доктор Влад. У нас вроде немножко потеплело. Сейчас вот на улице 15 градусов, это время 10 часов. Вот почти. И, в общем, завтра ожидали, будет еще теплее. Ну, вообще странно, вот опять скажу, что странная реакция у русских на то, что в Америке вот резкое похолодание. Тут опубликовали, ну, вот в частности, на Ленте.ру, да, такой интересный ролик, как американец на красном кабриолете въехал в снежный шторм. Ну, во-первых, это не кабриолет, а родстер, но это не важно. И действительно, вот катается на машине с открытым верхом. Вот. И, ну, мне непонятно. Обычно такие машины покупают как вторую или как третью, для того, чтобы ездить только летом. Тем более это в каком-то северном штате, я сейчас уже не помню. Вот, и что он в снег поехал, ну не знаю, здесь так не принято. Но опять русские комментируют, тупые они, тупые, не знаю, а если бы это был русский, о, какой крутой, да. Нехорошее отношение у русских к американцам, это все сделало телевидение, к сожалению, российское. Вот, потом мне не понравилось, вот тут вот Алексей Венедиктов, да, ну вы знаете, главный редактор «Эхо Москвы», он тут упирается, объясняет, что на Украине идет гражданская война. Какая гражданская война? Когда русские туда вошли и войска, и всякие отпускники, и оружие, и все такое прочее. Причем здесь гражданская война? Ну, наверное, для того, чтобы удержаться на плаву, иначе «Эхо Москвы» просто ну, закроют как-нибудь и все. Вот. Так, я вообще не понимаю, почему их не закрывают до сих пор. Ну, как-то Венедиктов, наверное, как-то крутится, что ли, не знаю. Вот, и вот еще одна новость тоже достаточно интересная. Умерла врач-телеведущая Ирина Чукаева. Вот смысл в чем? Значит, женщине 67 лет, и она скончалась, она сама врач-кардиолог, завкафедрой, да, и вот она скончалась осложнением после пневмонии. Ну, во-первых, само по себе это очень странно. Как это так? Осложнение после пневмонии не вылечили. 67 лет это не тот возраст, в котором мгновенно умирают. Ну, тут два момента, я бы сказал. Во-первых, именно своих, врачи лечат так, что лучше идти вот общей чередой, понимаете? Могут залечить просто-напросто. У меня таких случаев масса. На моей памяти я вас не буду со всеми знакомить, ну как-то стараются сделать получше, а получается еще хуже. Это первое. И второе, у меня в года перестройки был разговор с одним, ну у меня знакомый был один неплохой знакомый, вот тот, который вскрывал трупы патологоанатом, да, и вот он рассказывал, что сейчас, ну вот это в перестройку в 90, очень много погибает от того, от чего не должны погибать, и в частности он называл пневмонией. Вот, но он, правда, он как это объяснял, что у людей денег нету. Вот, лекарства тоже в аптеке не очень хорошие, да, даже если купить. Но в основном просто не покупают, а заливают это дело водкой, там, солью настаивают. Вот, и в результате умирают просто-напросто. Или приводят в больницу уже в таком состоянии, когда вылечить невозможно. Вот он именно пневмонию назвал. Вот, а вот основная у меня сегодня статья называется «Как московские судьи воина-десантника до Калифорнии довели. Святочный рассказ». Ну, святочный рассказ, ну, в смысле, сейчас зима. Вот. А во-вторых, ну, тут действительно хэппи-энд вообще колоссальный. А смысл в чем? Смысл в чем? В общем, 50 лет ему вот этому воину-десантнику, он где-то там работал, да, у мужика два высших образования. Вот его уволили по надуманной причине, написали ему, что он инвалид по зрению. Он вообще ну, никогда, ни сном, ни духом, как говорится. Ну, наверное, врача кого-то купили. Так вот, он мотался по судам, вот, и никак не мог доказать. Представляете, он не мог доказать, что он не слепой. Ну, не то, что слепой, но вторая группа, да, инвалид по зрению. Вот, и в конце концов, значит, даже, ну, все, везде, во всех судах, это в Москве все дело происходило, его, как говорится, банили, 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 вот, но результат получился очень интересный, он уже сидел, вот, сложа руки, не знал, что делать, да, вот, и на работу его не берут, естественно, 50 лет, да еще зрения нет никакого, и вдруг ему пришло, оказывается, он выиграл в лотерею грин-карт, представляете, да? Вот, и он, ну, когда пошел на собеседование, начал рассказывать, этот ему случайно сперва не поверил, ну, вот тот, который сидит, американец, да,
Ну, типа, много вас таких ходит. А потом тот раз ему выложил все документы. Вот, и тот вообще вот офигел просто-напросто. Вот, конечно, его взяли в Америку, конечно, он сейчас живет в Калифорнии, он работает. Вот, ну, первое время, пока еще так, он ничего из себя не представляет. Вот, по-моему, $15 в час, что ли, он получает. Ну, в общем, вот, счастливый хэппи-энд, да, счастливый конец в этой истории. Вот, а в конце я приложил, мне вчера тут прислали, да, значит, еще картинку. Центральная городская больница, требуется на работу специалисты. Вот должность, оклад, количество вакансий. Ну, резко не хватает участковых терапевтов, 5 штук, оказывается, да. Не знаю, какой город, неважно. Оклад 7 628 рублей. Врач скорой медицинской помощи 8 тысяч оклад. Инфекционист 7, эндокринолог 7, офтальмолог 7, медсестра участкового 6600. Медицинская сестра, анестезист 6900 и так далее. Картинку посмотрите, я ссылочку сделаю здесь, да, и статью почитайте. Ну, это, конечно, ураган. Вот, то есть это не то, что... Это не то, что с Америкой не сравнить, это даже не сравнить вот со средней зарплатой, которую провозглашают все время, да, с экранов телевизора, там средняя зарплата, по-моему, называют 30 тысяч, что ли, а здесь вот врачи, вот, и причем врачи, медсестры в таких серьезных специальностях, как офтальмолог, лор-врач, да, 7 тысяч рублей. Ну ладно, вот я сегодня немножко рассказал, там дальше, может быть, разгонюсь получше. Всего хорошего, до свидания, с вами был доктор Влад.